Правительственные войска в Сирии начали отвод тяжелой техники и пехотных подразделений от дороги Кастелла, которая ведет в Алеппо. Именно по этой трассе в город будет поступать гуманитарная помощь. Ситуацию отслеживает мобильная группа Российского центра по примирению сторон Сирии. Вот вся информация поступает в Минобороны в режиме реального времени по видеоконференц-связи. Мы не первый день показываем, как это происходит. Вот давайте очередной сеанс посмотрим. Мы находимся в районе наблюдательного поста горы Тель-Джабегжа. Сегодня, 15 сентября 2016 года, с 9:00, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, сирийские вооруженные силы начнут отвод боевой техники и всего личного состава. На месте отвода вооружения и военной техники присутствуют средства массовой информации, которые в режиме реального времени будут освещать выполнение сирийской стороной взятых на себя обязательств. Сирийская сторона готова к отводу вооружения и военной техники. По дороге Кастелла также должна отойти сила оппозиции. По договоренности России и США там создадут зону, полностью свободную от любого вооружения. Однако, по данным разведки сирийской армии, оппозиционеры не спешат выполнять эти условия. Министерство обороны США заверяет, что сделает все возможное, чтобы российско-американские договоренности по Сирии были выполнены. Но сейчас между военными нет необходимой координации.